предлагаем утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества города Назарова на 2023 год согласно приложению номер 1 и плановый период 2024 год согласно приложению номер 2 и плановый период 2025 год согласно приложению номер 3. Решение подлежит опубликованию в газете «Советская Прищелымия», размещение на официальном сайте администрации города и сети интернет. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по собственности, земельным отношениям и экологии Щербакова Александра Евгеньевича, первого заместителя главы города Генриха Александра Владимировича. Далее вам представлен прогнозный план приватизации, предполагаемый, который мы выносим на рассмотрение. На 2023 год предлагается включить прогнозный план приватизации нежилое помещение номер 11, который находится по адресу город Назарова, улица Борисенко, владение 23, строение 2. Этот объект площадью 379,9 квадратных метра. Предполагаемая начальная цена продажи 2,5 миллиона рублей. Предлагается продажа на электронном аукционе данного имущества. Но я расскажу немного об этом имуществе, который находился в комплексе объектов, переданных ООО «Водоканал» по концессионному соглашению. На него у нас не были составлены технические документы. Мы в течение прошлого года их изготовили, поставили объект на кадастровый учет. Предлагаем его включить в прогнозный план приватизации. Далее, по предложению главы города, мы предлагаем внести прогнозный план приватизации комплекс нежилых помещений и зданий, которые находятся по адресу город Назарова, 22-й микрорайон, владение 1, строение 3, строение 9, строение 10 и здание 7. Общая площадь 1554,4 квадратных метра. Предполагаемая начальная цена пока не установлена, это будет рассчитана независимая оценка, но стоимость будет не менее 8 миллионов рублей. Такие объекты предлагается включить в прогнозный план приватизации на 2023 год. На 2024 год, приложение номер 2, плановый период, предлагается включить нежилое здание с земельным участком, который также находится на территории 22-го микрорайона, 271,3 площадью, 271 метр и 0,3. Предполагаемая начальная цена 1 миллион рублей. Предлагается продажа муниципального имущества на электронном аукционе. Далее, уже неоднократно в прогнозный план приватизации нами включались нежилые здания корпус 1 и корпус 2, которые находятся в селе Подсосное на улице Лесная. Владение номер 2, здание 2 и здание 1. Это два объекта, их также предлагается включить в прогнозный план приватизации. Кроме того, предлагаем включить нежилое здание прачечной номер 11 земельным участком, который находится на территории Арбузова 56. Это Вимбельдам. На сегодняшний день данный объект находится в муниципальной собственности. Мы его неоднократно выставляли на продажу, но у покупателей не появилось. Будем продолжать данную работу. И пятым пунктом предлагаем включить нежилое помещение номер 7, находящееся по адресу город Назарова, улица Советская, 12, 17,4 квадратных метра. Это бывшее помещение лифтерное по Советской, 12. Начальная цена предлагается, предполагаемая, 200 тысяч рублей. И также продажа муниципального имущества на электронном аукционе. И в плановый период 2025 год предлагается включить нежилое помещение номер 15, который находится по адресу город Назарова, улица Гуськова, 8А. Это двухэтажное здание в Горнике. Там из объектов муниципальной собственности нами продано 5 объектов. На сегодняшний день остался на втором этаже единственный объект. Это бывший спортзал. 209,4 квадратных метра. Предполагаемая начальная цена 2,5 миллиона рублей. Предлагается продажа муниципального имущества на электронном аукционе.